там Лакшми, Баладжи, не знаю, там Махадева и так далее, то если любовь есть, то богам эта любовь не нужна. И в свою очередь такая любовь, она начинает течь к людям. Так это устроено. Каждая мантра, каждая молитва есть поклонение божеству, которое дает любовь. Именно поэтому именно любовь и течет к человеку, который очень верующий. Все эти обряды, все эти ягьи и так далее, они все посвящены тому, чтобы получить благословение или милость, а по-другому запустить любовь в вашу сторону. А если человек говорит, я там очень тружусь, так любовь как течет к тебе? Мордочку свою в зеркале посмотри. Посмотри на себя сбоку, какой образ создает человек насупленного уксусика. Надо создавать образ хорошего человека. Надо улыбаться. Самые богатые страны, приезжаешь, все улыбаются. Приезжаешь в нищету, все злобные, друг друга ненавидят. Весь мир зло, надо защищаться, кого-нибудь побить, убить, забрать, обрыгать, прокричать тагил, вырыгать это все, после этого упасть вообще. Отлично, культура ненависти, поздравляю. Почему русских людей ненавидит? Так потому что это воспитывалось. Бухать, шляться, рыгать. Отлично, все. Тагил. Пинать интеллигенцию. Не об этом. Именно поэтому я и говорю. Люди мне пишут, как же, куда течет любовь, текут и деньги. Вот я знаю женщину. Послушайте. Есть два пути, выбирайте его.